Всем добрый день. Опять с вами на квартире по победе 84-1. Я просто удалил ролик по глупости своей, скорее специально, всего. Специально удалил. Все, здрасте. Не-не-не, там был вопрос. По ценам чуть-чуть ошиблись, но это ошиблись на сайте, а в ролике было все правильно. Так что сейчас подкорректирую, сделаю и там одинаково, чтобы не было разночтений. Итак, друзья мои, двухкомнатная квартира по адресу Победы 84. Квартира 1. Квартира номер 1. Первая комната, это спальня, наверное, детская, да, больше? Ну, я не знаю. Как хотите. Тут, в принципе, можно, можно детская, можно двум взрослым, можно двум парам вообще быть тут, кто его знает, живет. Может, приехали. Ну, это, скажем так, маленькая спальня. Что в наличии имеется? Шкафчик, прикроватные тумбы, удлинители сразу. Можете брать с собой шнур, блочок можете не брать. Просто там на 3 телефона, да, везде в каждом. Везде. Зарядка. Телевизор, кондиционер, маленькая вот такая сушилочка, гладильная доска и утюг. Вот все, что имеется в данной комнате. Ну, кондиционер я уже сказал, да? Ничего лишнего, да. Кому-то может нравиться, кому-то не нравится. Мы тут никому ничего не навязываем, друзья мои. Это просто вам показываем ознакомление. Кому нужно будет, кому интересно, тот позвонит. Дату я сразу пропишу, сумму тоже пропишу, опять как было в предыдущий раз. Итак, это большая комнатка, смотрите сами. Телевизор, компьютер на столик. Дам вам столик, чтобы припудрить носик. Два кресла. Также USB везде зарядочки, чтобы около кровати, короче, зарядить свой телефон. Удобно. Может быть, у кого-то еще и часы. Хоть что. Хотя там на айфоновских там же эти Type-C-шные шнуры. Ну, USB. Тут USB-шные, да. Так что имейте в виду. Вот такая вот комната. Так, она же на 4 человека, правильно я понимаю, да? Да. Вот, так что на 4. При... Ну, если необходимость такая, ну, кресла тоже. Все оговаривается, то есть созваниваемся, обговариваем, все такое. Телефон, естественно, там тоже будет. Так, вот это вот большущая комната, ну как большущая, большая комната. С преимуществом, как всегда. Да, у нее прямой доступ к холодильнику. Если у вас супруга, либо супруг вечером точит, то вам сюда. Бронируйте ее сразу. Тут же есть кухня. 4 стола, стулика, 1 стол. Про кухню я показывал, рассказывал. Все имеется в наличии. Ну, давай так. Будь здоров, правду говорит. Эти не вру. Спасибо, кстати, всем. Тут всякие досточки. Досточки, полотенчики. Кастрюльки. Кастрюльки. Микроволновка. Микроволновка. Тут что, сковородочки. Ложки, вилки. Ну, то есть, в принципе, все, что вам необходимо, все тут уже в наличии сразу имеется. Да. Даже Рикокол даже есть новенький. Еще никто орехи не покупал. Бабуси купят, скорее всего. Терка. Если будете что-то тут натирать вкусное, звоните, пишите. Ну, тут уже, походу, немножко побили, да? Ну, 4 хватит, да. 4 стаканчика осталось. Ну, парочка ушла в сторону Мальборо. Даже вот... Что-то нифига тут наложили, смотрите. А это я положил на всякий случай. Да? Ну, кому-то, кто-то обычно детям покупают машинки какие-то. И там иногда надо открутить. Отвертка там в зубах поковыряться. На всякий случай аптечка сразу есть. Короче, даже насотерный спирт, ребят. Все есть. Что еще? Давай еще пока. Давай, взяли. Что там? Тут даже соль есть уже. Ну, не знаю, как останется она или нет. Потому что чай. Чай, соль. Ну, видимо, от предыдущих гостей поставляли. Ну да, гости оставили. Ну, в принципе, а что, они, они в пакетиках? Да, они в пакетиках. Не, чай в пакетиках, он не портится, то ему что будет. Кто любит тост, сделайте тост. Если будете с красной икрой, зовите тоже. А черная ты не будешь? Не, я что-то больше красная. Не знаю, почему-то черная не заходит мне. Есть стиральная сушильная машинка, интернет, соответственно. Все есть. Ну и дополнительные полотенца, дополнительные постельное белье, ну мало ли чего. И коробка от утюга, да. Тефаль. Все, кто был в прошлом году, знают, что тут была ванна, да? Да, вот такая теперь душ. Сейчас мы сделали душевую комнату. Сказали, что это практичнее. Ну и ванна чуть криво стояла, из-за этого мы ее
В общем, как-то так. Зеркало, умывальник, ну и сам душ, естественно. Рядом санузел. Трон белый, одна штука. На случай отсутствия горячей воды в кране, есть всегда вариант подогреть ее. Ну, я так понял, ты договорил, да, в прошлый раз? Ну, пока что не, что, слава богу, такого не случалось. В общем, вот такая вот квартирка, телефончик вы уже знаете, цены тоже знаете, да и временной промежуток, когда она свободна, вы уже тоже знаете, товарищи. Поэтому звоните, как говорится, по делу. Если кто-то живет на первой линии, а я знаю, что у нас 99% проживают на первой линии около моря, снимают за 1000 рублей, то вам не сюда, здесь не первая линия. Здесь нормальная квартира в центре. Рядышком кинотеатр «Восход», вы знаете уже. Рассказывал, показывал. Дорогу к морю вы тоже уже знаете. Приблизительно. А сколько метров до моря? Метров 500, да, больше. Ну, где-то сколько? Минут 8-10 вот так вот пройти. Там зависит все-таки от светофора. Как, когда я, да, там больше 2 минуты на светофоре, ну, да, стоит. Можно попасть на светофор, а если ты не попадаешь на светофор, тогда ты вообще все хорошо, ты быстро-быстро придешь к морю. «Пятерочка» рядом, кинотеатр рядом. Магнит рядом, магнит почта рядом, почта до вокзала тут идти тоже. Кафешки. Кофейни, мафейни, вон прям через дорогу перешли, сразу покушали. Хинкальная тоже через дорогу буквально. Рыночек, перешли. Сыр, мясо, все есть рядом. Ну, в общем, как-то так. В общем, только кайфовать остается. Все, всем до свидания, всем до встречи. Учтите, если это пожарная сигнализация, курить категорически нельзя. Да. Категорически. Я об этом узнаю. Сразу приезжаем ругаться. Да. Если что, вокруг квартиры везде камеры установлены, то там никто не проникнет, короче, безнаказанно. Да. Враг будет остановлен на подступах. Все, всем. Ну, Алексей, подписчики, наверное, знают, что мы очень часто ловим плохих. Ну, да, и показываем их иногда еще даже по телевизору. И наказываем. Ну, надеюсь, никого не придется наказывать. Напугал всех людей. Никто к тебе не приедет. Да нет, все нормально будет. Во всяком случае, уже который год сдается эта квартира, и все люди нормальные, адекватные. Ну, в основном семейным сдаем, не курящим. Да, у нас. Кто курит, тот выходит в парк. Тут не... Сквер. Прям за углом. Скверу курит. Там, ради бога, что хотите, делайте. Вот так вот. Все, всем до свидания. Всем до новых встреч в эфире. Ставьте там лайки, подписывайтесь, все такое. Если кому-то что-то вдруг не нравится, ну, это ваше право. Мы не обижаемся. Все такое. Всем до свидания. До свидания.